Поехали с города Сланцев в Санкт-Петербург к сестре к моей на 9 мая на праздник. Проехали этот перекресток, ехали и проезжали этот перекресток, на встречную полосу нам выехала ВАЗ-1805. И я нажал на тормоза, смотрю я, что машину не остановить, что мы ударяемся в лоб целиком. Начал уходить с столкновения вправо, повернул, вот со стороны ударился. Жена госпитализирована. Да, у жены ушиб головного мозга, плечевого сустава, ушиб, полутрезанная рана там на голове.